Я думаю, что многие из этих ударов согласовываются лично с Владимиром Путиным, поскольку он такой микроменеджер и очень любит решать самостоятельно не только там такие удары управляемыми ракетами, но даже какие-то небольшие атаки, по поводу которых на уровне майора иногда принимается решение, иногда Путин любит лично стрелочками все рисовать на карте. Поэтому, я думаю, с высокой степенью вероятности я тут там тоже лично с ним согласовывался. Другое дело, что вот эта аналитика, которую Путин получает, она, в общем, высасывается из пальца очень часто, поскольку на самом деле уровень российской разведки достаточно низкий, и там часто стоит вопрос о том, чтобы просто отчитаться, вот им сказано, найти логово националистов, потому что никаких националистов там нет. Ну, надо же отчитаться. Вот они говорят, вот там вот будет их огромная концентрация. Соответственно, Путин говорит, срочно всех там распределять. Потом ему докладывают, что успешно уничтожено, там, не знаю, 200 фашистов.